Вы смотрите обзор товара светильник светодиодной теплицы Profi 50/50. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Светодиодные фитосветильники Vermilight серии теплицы Profi выполнены в мощном алюминиевом профиле, обеспечивающем необходимый теплоотвод. Простоту монтажа в теплице и герметичность не ниже IP65. Модель теплицы Profi 50 разделить на 50-1 мощный алюминиевый профиль, 50 см условной длины, встроенный блок питания. Мощность 50 Вт. Если в начале исследований влияния различных спектров на растения ученые определяли степень поглощения света только хлорофиллом растений, установив, что хлорофилл и хлорофилл B имеют пики поглощения в синей и красной зоне спектра и практически не поглощают свет в зеленой области спектра, то последние исследования показали важность наличия полного спектра излучения, так как кроме хлорофилла в клетках растений содержится множество пигментов, поглощающих свет во всем диапазоне фар, фотосинтетически активной радиации, от 400 до 700 нм. Именно по этой причине в фитосветильниках Vermilight используются полноспектральные фитосветодиоды, имеющие пики в зонах наибольшего поглощения хлорофиллом, но при этом излучающие визуально белый свет с высоким индексом цветопередачи. Такой фитосветодиод содержит два кристалла, синий и красный, покрытый люминофором. Сами светодиоды маломощные, что создает рассеянный свет, который лучше освещает листья растений за счет большего числа источников света, имеющих угол рассеивания 120 градусов. Такие фитосветильники могут размещаться на минимальной высоте над растениями, увеличивая эффективность досветки. Индекс цветопередачи КВИ всех светодиодных фитосветильников Vermilight не менее 76. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.